Всем здоров, с вами Айсфрог. Я играю в Need for Speed Most Wanted. Ну, как вы видите. Неужели я дошел до Джуэлс? Предыдущий выпуск, там была погоня, я не снял, у меня затупил моя, ну, как бы видео затупило, съемка. Короче, в общем, зависла игра. Такие дела, там, как я прошел пару погоней, такого мне раз арестовали. Ну, в общем, ничего интересного. Ну, давайте начнем. Тут у нас спринт и драх. Драх был только с бароном. Ну это будет посложнее что-то. Жилд фор Бутан GT. Классный старт, погнали. Пусть у меня сейчас на обгоне. Ну да, он это делает. Обходим ее на изях. Будет скоро половина трассы. И дрифтуем. Как обычно, дрифт неудачный. Меня выгоняют. Дрифт не получается. Ну, на меня в этот раз не обогнал. Прямая, тут у меня есть нитро и скорость. Да ёбаный в рот. Пиздец. Как это вырезать? Обануться, перевернуться. Не слов просто. Дерево! Тут дерево не ехало.
тебе здесь. Нужно, нужно. По газам давай. Один поворот, меня ведь догоняет. Напряжёночка. Пенитрам. Да. Если бы я не купил, я бы спокойно выиграл, но я так и выиграл. Остается драх. Давно не играл драх. Нужно вспомнить, как это. Нечего сказать, я рак. Рак, просто рак. Так. Нечего просто ой-ой-ой. Вот он, ишакский рулон. Ёбаный хуй. Ну, заворачивай! Что за херня? Пиздец. В этот раз даже классный старт не получился, конечно. Не пытался так сильно что-то сделать. Сейчас попробуем притормозить. Так.
Вот он и финиш, да. Я первый это сделал. Фух, не просто было. Есть. Нету больше чудес. Нет. Теперь две марочки. Просто машина, 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 машина. Понятно. Штрафно. Нету машины. Нету машины. Недоволен. Опа, че, еще одна телочка. Она тоже седьмая. Кто это у нас? Кейс. Кира одна казата. Что у нее за машина? Мерседес-Бенц, ладно. Интересно. Нужно 1 680 000. 7 побед, 4 мили. Посмотрим, что у нас. Так, может это пройти. Еще один спринт. Драфт. Что за событие? Херасе нужно. Ну, пожалуй, вы знаете, гонки с боссами с короткие видео. Кому понравилось это видео, ставьте лайки, комментируйте. И главное, подписывайтесь на наш канал. Всем пока, с вами был Асфрок.